Я пишу в торопях. Слуги Джафара уходят. Ты наша последняя надежда. Мы оставили тебе золото. Найди его раньше, чем люди Джафара. Будь осторожен, в городе полно джафаровых слуг. Надо идти. Мы надеемся на тебя, Аладдин. Король А4, Королева Б4, мат. Вот оно золото. Теперь можно нанять бойцов, которые пойдут с тобой штурмовать дворец. Уютная обитель заклинателя змей стала прибежищем для нескольких типов служащих Джафару. Прогони их, пока не подошло подкрепление. Если не успеешь, тебе самому придется уносить ноги. Торговец рад тебе, как никогда. Он видит в тебе надежду всей Агробы. Специально для тебя он отложил кое-какие волшебные вещицы. Может быть, они придутся кстати? Ладь Д, Ка, 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 Ц, 5, Е, 6, Король, Конь, Ж, 6, Шах. Король, Слон, Ж, 5, Шах. Чешуй! Банда Джафар Резов облюбовала домик торгов. Жасмин предчувствовала, что ее схватят, и поэтому спрятала часть своего золота в доме писаря. Золото лежит в ларце с секретом. Откроешь ларец, и золото твое. Открываешь ларец и забираешь золото. Оно очень пригодится сейчас, когда надо собирать большое войско. Джафар заколдовал много, а золото всего над гвоздями, чтобы тебе было труднее его собрать.
Загвоздка в том, что сюда идет патруль Джафара. Торопись, за твою голову назначена награда. Добыл целую горсть золота, но осталось намного больше. На ложе осталось еще куча золота. Забери его, пока не пришла стража Джафар. Твой кошелек стал тяжелее, но можно набить его еще туже. Торговец советует тщательно выбирать оружие. Банда Джафаровых головорезов. Вокруг башни струятся потоки магии. Интересно, чьих это рук дело? Джафара или смотрителя? А может, обоих? Башню, во всяком случае, опоясывают две лестницы. Одна ведет в ловушку, а другая в сокровищницу. По какой ты поднимешься? HDAE5 король DE4 король D3 король C5 король C6 король А король D4 А король E5 королева А8 мат. Предчувствие не подвело тебя. Сокровище ждало на этой лестнице. Торговец очень рад тому, что ты борешься с Джафаром. Он говорит, что без особых эксклюзивных вещей, таких как на его прилавке, тебе не... C6, E6, F6, король F7.
Конь Ж6. Король Е7. Ладь Д5. Король Д6. Король Д7. С5. Д4. Король С. Король. 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 Д. Король. 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 С. Король. С. Король. Король. Ладья Д8. Мат. Ты прогоняешь чешуйчатых страхолюдин и находишь мешок золота. Заклинатель лежит здесь же связанный. Ты освобождаешь его от пут и видишь, что с ним все в порядке. Джафар не оставил темницу без охраны. Банда Джафаровых головорезов облюбовала домик торговки. Вызови этих негодяев на ковер. Д6, ладь С5, слон Ф5, Е6. Слон берет Е6, король берет ладь, король Е7. Д5. Король Д6. Д4. Король Д5. Слон Д7. Слон Е8. Король Е4. Слон Ф7. Слон Е8. Ладь. Слон С6. Слон слон Е, король Е5. Слон Ф, король Д5. Король С5. Король Д6. Слон К, слон H7. Слон Ж8. Слон H7. Король С. Слон И, король Д7. Король Д6, король Д5, король С4, король Б5, король А4, королева А8, мат. Ты побеждаешь бандитов. Они бегут в панике, бросив даже золото. Торговец не сомневается, что рано или поздно ты свергнешь Джафара. А уж с войском и магией торговец непременно тебе поможет. Как трудно было догадаться, Джафар не оставил темницу без охраны. В тенечке спит многоголовое чудовище. Застань его врасплох, пока ни одна голова не проснулась. Если опоздаешь хоть на миг, то пиши пропал. Ладь конь Е6, ладь конь Ф8. Б6. Д5. Король С5. Королева. Слон Е5. Ладья. Слон Ж3. Шаг. Королева берет. Король Д. Король Д6. Король
Е5. Король Е, король Ф5. Король Е5. Е6. Ф4. Ф3. Король F4, король G3, король F2, король берет F1, C4, король G2, D4, король F2, король D3. Король G4, король король G4, король H5, король G4, король H3, король G2, королева H4, мат. Монстра больше нет, и путь во дворец свободен. Матерые головорезы слоняются по саду и топчут газоны. Выглядят они устрашающе. К счастью, в саду стоят волшебные скульптуры. Они помогут тебе прогнать головорезов. D6. Король конь C6. Король D7. Королева D5. Мат. Головорезы удрали, растеряв свое золото. Статуи очень помогли тебе. Жаль, что они оживают только в саду. Если бы они могли сразиться с Джафаром, ему пришлось бы туго. Пара превратили игрушки в механических монстров. Чтобы остановить их, нужно бить по скрытым слабым местам. Ты разламываешь первый отряд уродцев. Среди обломков ты находишь несколько золотых деталей. Первый набор игрушек превратился в хлам. Но на подходе второй набор, на который наложены еще более сильные чары. Тебе удалось найти уязвимое место механических уродцев. Среди обломков тебе попадаются золотые винтики. Торговец не сомневается, что рано или поздно ты свергнешь Джафара, а уж с войском.
здесь бросили какое-то странное заклятие, перевернувшее все вверх дном. Джафар в летучей мыши, конечно, в восторге, а вот у тебя с непривычки кружится голова. Хочешь, несмотря на заклинание, попробовать отбить у мышей золото? Конь F3, G1. Конь C, королева, ладья. Конь C3, B1. B8, королева, ладья, G1. H1. Ладья берет H1. Слон B2. C1. Ладья B1. A1. Ладья берет А1. Слон Ж2. Ф1. Ладья Б1. Слон А3. Королева Б. Ладья берет король Ф2. Е1. Слон берет Б. Королева берет. Королева берет А6. Е8. Королева король Ж1. Король F1. Королева. Король G1. Король H2. Слон H3. Королева. Ладья E. Король H1. Король Ж2. Король Ф1. Король Е2. Королева F берет F3. Мат. Золото вещь хорошая, как ни крути. Торговец нет. Жасмин оставила здесь свое волшебное зеркальце. Докажи, что ты не замаскированный Джафар. Тогда зеркало подскажет, где найти немного золота.
Сейчас ход белых. Какой ход будет самым лучшим? Верно, шах и мат. Сейчас ход белых. Какой ход будет самым лучшим? Верно, пешка без угрозы для себя проходит на Е8. Кто победит? Верно. Победа достанется одной из сторон в зависимости от того, чей сейчас ход. Сейчас ход белых. Какой ход будет самым лучшим? Верно. Белые атакуют фигуру, которую черные не могут спасти. Сейчас ход белых сделает самый выгодный ход для белых. Верно. Теперь белые могут провести в королевы свою пешку и не дать черным сделать то же самое. Зеркало признает, что ты совсем не Джафар, а кто-то намного симпатичнее. Оно делится с тобой золотом и желает удачи. Торговец. Стражники все еще не показываются. Действуй быстро, а то тебя заберут вместе. Тебя чуть не самый. Ты рассматриваешь сломанных солдатиков. Оказывается, что у них пуговицы еще. Торговец. Джафар сидит на моем троне. У него так злобно сверкают глаза, что я не решаюсь подойти даже к дверям. Он уверен, что ты против него бессилен. Соберись и вспомни все, чему ты научился во время приключений. Джафар самый страшный противник, какого себе можно представить. Но у него в плену моя доченька и Аладдин. Умоляю тебя, загони Джафара обратно в лампу. Е конь С6. Е6 Д5. Е королева берет Д5. Конь С слон Б4. Слон конь F короткая корот конь Е4. Король ладья Д8. Король конь слон Д7. Ладь конь Е7. Королева Д6.
Слон С6. Королева Д5. Конь F5. Конь, королева, вперед, G2. Помоги. Джафар все еще... Конь, F6, конь, D5. D6, королева, вперед, D6. C3, слон, F5. Длинная рокировка. Королева берет C6, E6. Королева D6. Конь H5. Конь C берет D6. Конь F4. Конь D3. Е5. Д. Берет Е5. Королев. Слон. Д6. Слон. С5. Ладья, слон, берет D3. Королев, ладья, H, E8, король, B8. A6. Слон Е4. Король С8. H4. G6. Конь, ладья, A5. Ладья, E7. Король, B5. Королева С7. Мат. Ты победил Джафара и загнал его обратно в лампу. Мы обязаны тебе жизнью, юный друг. Как нам отблагодарить тебя? Мы устроим в твою честь грандиозный праздник. Когда он закончится, мы со всеми удобствами доставим тебя домой. Не забывай нас и помни, что в Аграбе тебя ждут верные друзья. Может быть, мы еще увидимся, и приключения сами найдут нас.